аквариумный компрессор Sonic 388. Двухканальный компрессор регулируемого типа. Регулятор в задней части компрессора находится. Регулирует одновременно оба клапана. То есть или оба клапана слабже, или сильнее работают. Значит, должен находиться выше уровня воды в аквариуме, для того чтобы избежать протекания. В случае, если он расположен ниже, ставится обратный клапан, защищающий от протекания воды. Далее. Производительность. Два клапана по 4 литра в минуту. Давление, создаваемое воздуха, 30 килопаскалей. Энергопотребление 6 ватт в час. То есть за 10 часов этот компрессор потребит, ну, как 60-ваттная лампочка. Единственное неудобство, что если вы будете ставить два распылителя в разные аквариумы, регулировать, вы все равно сможете только одним регулятором. В случае, если в одном аквариуме глубина 40 сантиметров, а в другом 50, то там, где 40 сантиметров, будет большое давление, а где 50, будет слабже. Так как, еще раз скажу, что независимая регулировка.